отец ушел от нас, когда мне было всего лишь 5 лет. Он не хотел уходить. Он очень любил мою маму. И она его тоже любила. Но он условия поставил. Или он, или ее мать. Моя мама выбрала свою мать, бабушку мою. Он уехал. Правда, потом письма писал, прощения просил. Но мама его не простила. А потом он нам каждый месяц большие деньги присылал. Я ни в чем не нуждалась. И у меня была самая красивая одежда. До сих пор помню. Красное липоцкое пальто. Он так, кстати, больше никогда не женился. И детей, кроме меня, у него не было. Вот так вот он всю жизнь любил. Только нас с мамой. Ой, Зоя, да вы ешьте, ешьте. Я сейчас тоже принесу чай. Интересно, вы яйцо чистите? А я все время об стол бью. Чай. Спасибо. Я сейчас рассчитаюсь. Хорошо. С вас 50 рублей. Можно у меня тоже стаканчик? Да, конечно. Что-нибудь еще? Нет. Можете перекусить. У нас сувенирная продукция хорошая. Кружка «Хамелеон». Магнитики. Нет, спасибо. Можете покушать. Сувенирная продукция у нас хорошая. Я вам сдачу принесу. Магнитики. Нет, спасибо. Открытки может. Спасибо большое. Только чай. Каталог оставить, посмотрите. Нет, спасибо. Хорошо. Отец все время хотел что-то доказать моей маме, а она ему. Он как-то приехал, помню, мне было 7 лет. У меня кровь носом пошла. Ну, я его увидела, представляете, кровь носом пошла. Ну, потому что он зашел прямо в класс. Я как раз у нас не знаю. Мы как космонавты. Не говори. А где ты была, когда Гагарин в космос полетел? Ой, я мыла окна на веранде. И вдруг влетает папа и кричит: «Дочка, человек в космос полетел! Наш! Наш Гагарин!» Господи, что тут началось? Такая радость, все обнимают друг друга. Просто что-то невероятное. А я в тот день с родителями в машине ехал, не помню куда. И вдруг диктор громко по приемнику объявил: «Человек в космосе, Юрий Гагарин! Ура!» И моя мама меня все время целовала, когда загорался красный цвет светофора. А я вас хочу угостить салом. А где вы его раздобыли? А здесь, на рынке. А тут еще и рынок есть? Да. Ух ты! Вот здесь, в Пржевальском. А нужно нам с тобой сходить, да? Да. А мы муж и жена. А вы? А мы здесь, в санатории, познакомились. Давно? Что? Познакомились. Ну, не так давно, как хотелось бы. 3 года назад. Мы сердечники. А вы чем занимаетесь? А вы не из отдела кадров? Угадали. Не ссорьтесь, девочки. А как вас зовут? Я Валера из Курска, а Зоя из Брянска. А мы из Смоленска. Да. Меня зовут Шурой. Шура. Да-да, Шура. Спасибо. Вас не путают? Путают, но что делать? Спасибо. Мы, как два шизофреника,
ходим по своему дому и зовем друг друга. Я говорю: «Шура!» А она мне говорит: «Иду, Шура». Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Добрый день, дорогие отдыхающие. Сегодня мы с вами проведем сеанс галотерапии. Галотерапия в переводе с греческого означает «лечение солью». Это не медикаментозный, а природный метод оздоровления организма, который основан на воссоздании микроклимата соляных пещер. Закрывайте глаза, потому что нужно максимально расслабиться и дышать глубоко, размеренно, спокойно. Закрываем глаза, закрываем, закрываем, все закрыли глаза, дышим, дышим. Молодцы. Представьте себя в лесу, на берегу нашего Приозерья. Ну прекратите, прекратите это, пожалуйста. Успокойся, Шура, ты что? Что случилось? Да сиди ты. Сядь на место, Шура. Так. Прекратите, я вам говорю, прекратите пение птиц. Оно раздражает нас. И вообще сейчас зима, не лето, вы нас путаете постоянно этим. Ну можно поставить там плеск воды, шум моря, например. Именно. Не море. Ну правда же, нет? Правда, мы не возражаем. Ну, все, что более. Собирали ландыши и приносили ей. У нее парни расхватывали тут же все. А она нам давала денежку. И мы шли в кино. Оставили в хозяйском доме нянчиться с их детьми. Ну, конечно, воспитанием-то занималась гувернантка. Они ее выписали из Франции. Красивая, молодая девушка. А вот графиня напротив была некрасивой. И не мой к тому же. Давайте-ка здесь отдохнем. Так, ну, конечно, граф изменял ей с этой француженкой. А Анечка была на шухере. Но она однажды проморгала графиню. И она зашла к графу в опочивальню.
Я увидела его в объятиях рыжеволосой француженки. Ой, говорят, она так закричала. И в этот самый момент к ней вернулась речь. Вот так бывает. А вот эти цветы знаешь? Ну, конечно. Безвременники. У меня их столько, хоть косой коси. В июне листья, а в сентябре цветы? Да. Цветут без времени. Самые последние цветы. Красивые. Ну ладно, давай за наше увлечение. Зоя, а можно я сегодня останусь у тебя? Какой ты прыткий! Я не хотел тебя обидеть. Ладно, наливай еще. Мне не надо, а себе налей. Как отдохнули? Отлично. Зоя Петровна, вы понимаете, после 70 вам уже нельзя будет приезжать сюда, в санаторий одной без сопровождения. Почему? Ну, таковы правила. Ну, вас же должен кто-то сопровождать, должен же кто-то отвечать за вас. Я ж не инвалид, колясочник. Ну, это, конечно, да, но а вдруг что-нибудь случится? Ну? Так что вы уж поймите правильно нас. Случиться-то может и с 50-летним. Ну, это, конечно. Но вы, Зоя Петровна, поймите нас, пожалуйста, правильно. Да, вот ваша санаторно-курортная книжка. Берегите ее до следующего сезона. И мы вас очень ждем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Зоя! Я все-таки должен сказать тебе очень важное. Прости. В следующий раз жена собирается поехать в санаторий вместе со мной. Боюсь, что в следующем году мы не сможем с тобой здесь встретиться. Но я что-нибудь придумаю. Я буду тебе звонить. Да не надо ничего придумывать. Я в следующем году не смогу. У меня не получится. Так что счастливого пути, Валер. До свидания. Я провожу до вагона. Не надо, я не люблю, когда меня провожают. Она не позвонила-то, а? Да позвонит. Она у тебя хорошая. Она всегда утром звонит, а сегодня не позвонила. Ну, позвонит. Чего ты нервничаешь? Да. Сообщили, что НАТО двинулась снова на восток. Больше, боюсь, не выпустит. Вот чего я нервничаю. Ты позвони сама. Да не могу я сама позвонить. Она только звонит. Она мне строго-настрого запретила ей звонить. Деньги мои бережет. Ну и радуйся, что бережет. Это радуюсь. Я уж давно бы позвонила бы. Ну вот. Погоди. Алло, Юля! Алло, Юля! Да? Хочешь посмотреть? Давай.
Стоишь, лодырь? Ну, давай. Стой. Алло! Да свекло прореживаю. Да ладно обо мне-то, господи. Как у вас? Хорошо. Очень хорошо. Что, обиделась на меня? Что я такого сделала? У меня болит голова. Таблетку дать? Нет. Я просто хочу полежать. Я суп сварила. Жил. Привет. Потому что он опять на меня обидел. Анжел, поговори с ней, пожалуйста. Потому что я не убралась. Ну все, ну не накручивай себя. Завтра уберешься. Повиси секундочку, ладно? Сейчас. Ага, договорим.
коленки болят, Анжел. Ну, правда, я не могу. Я и так тут, как рабыня. Я все чищу-блищу. Я даже в магазин хожу, готовлю. Ну и хорошо, что сходила в магазин. Потому что надо ходить. Мам, да никто не обижается, не накручивай себя. Все, я не могу говорить. Я деньги тебе перевела. Мам, ну чего ты меня все время благодаришь? Потому что не надо. Все, пока. Кто тебе сказал? Кто разрешил грибы в лесу собирать, а? Никто. Покажите лицензию. Какую лицензию? Такую. С 1 июля сбор ягод и грибов строго по лицензии. Я этого не знала. Незнание закона не освобождает от исполнения закона. Раз лицензии нет, грибы будут конфискованы. Ой, простите, пожалуйста. Нет вам прощения. Отдайте корзинку. А это чья корзинка? Я не знаю, чья это. Принесите корзинку. Где ваше сопровождение? Нет у меня сопровождения. Я видел, где ваше сопровождение. Да стоять! Нет. Стоять, я сказал! Стрелять буду! Стоять! Ну, задувать я, что ли, буду? Давай, задувай.
сядь на место. А этот паразит, пьянь несчастная, напился, заснул. Был мороз сильный. Лунка сузилась, но и лис схватил. За горлышко это лебедя вытащил, а утащить-то не смог. Бомж проснулся, испугался, стал искать лебедя. Ну, по кровавым следам нашел. Так что лебедушка осталась одна одиноченька. Правда, хозяин хотел ей лебедя купить, но запросили такую цену. 80 000. Батюшки ты мои. Еще не факт, что она бы приняла и полюбила другого. У них, у лебедей, любовь — это главное. Да, все как у людей. Жалко лебедушку. Галь, Галя, наберем воды. Зоенька, присядь. Сейчас я шовчик дошью, и мы с тобой нальем. О, сколько у тебя камуфляжей-то. А сейчас только камуфляж и похоронное подавай. Коля! Да, и по этой дороге уже едете прямо. Да. Улица Сельская, дом 5. Маму Зои зовут, телефон и адрес я вам скину. Да, ну если заблудитесь, то либо мне, либо Паше звоните. Да. Всего доброго. От этого большого губернатора. Едет. Едет, да? Любим радоваться. Да, привет. Смотри, завтра тебе нужно в 9 утра быть в деревне. Угу. Да, запиши. Завтра к тебе подъедет Семен Иванович. Да, он завтра все тебе привезет. Ну, сюрприз мы тебе сделали. Завтра увидишь. И привезет. Какой еще сюрприз? Вы что? Что вы там придумываете? Не тратьте деньги на меня, у меня все есть. Зарабатывайте для себя. Вот уже 12 лет проект «Открытый экран» радует жителей программами под открытым небом. А это значит, у вас есть возможность собраться все вместе, чтобы посмотреть интересный фильм и послушать хорошую музыку. Ты
ручку. Вот. Милочка. Ну что, накупалась? Да, я не ага. Водичка теплая, хорошая. Да? Погода хорошая. Да. Погоди, погоди. И не стыдно вам, люди добрые, а? И не стыдно вам, люди добрые, а? Ты погоди. Что такое? Мне Зоя разрешает. А, разрешает. Заходи, бери, что хочешь. Ага, разрешает. Мне Зоя разрешает. Ишь ты, и ты здесь, старый член. Чё ты орёшь? Что я ору? Ишь ты, побежал. Беги, беги. Хорошо бежишь. Беги, беги. Тебя с видео сниму. Что ты? Я в тюрьму посадил. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Ни за туманами, дальними странами. Вот Зоечка рвет трубку сейчас. Анжелочка, солнышко наше, поздравляю тебя, милая. Будь счастлива, будь здорова. Любви тебе, любви, любви. Пусть все у тебя получится. Анжела, лапочка, смотри, мы сейчас будем задувать свечку, загадывай желание. Давай. Загадала? Раз, два, три. Женщина, поставьте ведра. Вы мне? Да, вам. Поставьте ведра. И подойдите ко мне ближе. Возьмите туфли. Садитесь. Это ваш размер. Примерьте. Подошли? В самый раз. Ну так вот. Завтра я буду ждать вас здесь же, в это же самое время. Приходите одна и обязательно в этих туфлях, я по ним вас узнаю. А теперь вставайте и уходите.
Стойте! Вам привет от Валеры. Поехали, давайте, потихоньку. Очень даже. Следующий. Я пошла. Нет, сейчас моя очередь. Подождите. Да-да-да. Бегу. Встаньте сюда. Зинаида Зрячая, здравствуйте. И тебе не хворать. Подойди к бобру. Клонись 3 раза. Господи, помилуй. Ой. Помогите мне, тетя Зинаида. Помогу. Конечно, помогу. Чего хочешь? Денег. Да побольше. Жадная ты. Проснешься утром рано, встань на траву и скажи: солнце золотое, солнышко ясное, полюби меня, дай мне денег. Постой так 5 минут, потом умойся и лицо не вытирай. Любаня! Алло. Неси. А что случилось-то? Корми его досыта, не обижай. Я что, я одна буду ночевать? Иди. Кажешь, ты вредная. Ну, взяла бы, собралась и приехала сюда. Ночевать здесь теперь есть где. Сколько ты здесь не была? 15 лет. Не дождешься. Не приеду я. Все. Клонись бобру. Анжелочка, сегодня работаем пошустрей. Хорошо. Что сегодня будем делать? Сделай красиво, как ты умеешь. Давай ножку. Так, давай сюда. Покрывать чем будем? Любой нюд на твой вкус. Хорошо.
Так. А ручки успеем? У тебя 3 часа. Успеем, конечно. Лучик, прости, пожалуйста, очень важный звонок. Ну, давай, иди. Она меня бросила. Ты понимаешь? Она уехала на этот огород, и она и ночевать собирается там. Она в этом вагончике будет спать. Вообще там жить собирается. А я сиди тут как байбак. Да. Так тебе ходить надо. Надо, да. Вот поэтому давление низкое, что ты лежишь. А надо ходить. Все, ладно. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. Проходите, проходите к столу, проходите, у нас свадьба, проходите. Проходите, радостное событие, сын женится. Поздравляю. Совет да любовь. Спасибо. За молодых. За молодых. Да что-то горько. Точно горько. 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 Раз, два. Три! Четыре! Я и белочка! Почему не танцевать с такой девочкой? Был у тещи ее в гостях, ее с каниной холодец, а потом я 3 недели как готов, как жеребец! Твою налево. Здравствуй, папа. Да. Да. Пришла огородница. Ты здесь картошку посадила.
Что так дом-то запустила, а? Ты хоть бы прибралась, каждый день ездишь. Вот приехала. Давай, убирайся. Убирайся. Костюмчик у тебя подходящий. Его проще снести. Ты знаешь, сколько стоит снести? А я вот дур не уехала. Митя звал меня с собой, а я мать послушала, не поехала. Мы когда с ним познакомились на танцах, я еще тогда загадала, этот парень пойдет меня провожать. Так и вышло. Шел всю дорогу босиком по лужам. Дождь только кончился. А матери нашей он не понравился. Все шпыняло его. Уж Анжелка родилась, она все шпыняла. Так и не дала нам жизни. Потом вовсе выгнала. Говорит, мало получает. Откуда ему много получать? Работал, да на заочном учился. А я все мать слушала. А где же Митька? Так помер. Царство небесное. Да ты что? Девочки, давайте выпьем. Он из Брянска уехал. Анжелке было 5 лет. Угу. Поехал. В Ленинград работал, потом подался в Владивосток. Ой, девчонки, а какой мне сон приснился. Как будто меня вербовали. Куда? Да не знаю, какая-то странная женщина, по-моему, шпионка, подарила мне красные туфли и сказала, что я в следующий раз должна на явку прийти в них. Она с тобой по-русски говорила? Ну, я все понимала. По-русски, наверное. Ой, красные туфли, это не к добру. А с чего ты взяла-то? Да не слушай, все к добру. Давайте выпьем за наших детей. Давайте. За Пашу, за Мишу, за Анжелку. За Юльку. И за Вовку. И за меня, и за меня. И, ну, и за тебя, и за, конечно. И за Софию. И за Софию. Солнце мое ясное, солнце мое золотое. Полюби меня, приколоть меня. Дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег. А Анжелке дай мужа. Ребятам жен хороших и добрых. Сейчас перейдем, уцепиться даже нечем. Иди, иди вперед. Ничего не случится с тобой. Крепкий мост. Упади пропадом твой огород. А куда вот нам столько соленых огурцов? Мы что, водку пьем? Закусывать ими, что ли? А свекла сейчас в 10 раз подорожала. И свекла мне твоя не нужна. Запорами не страдаю. Зато малиновое варенье ты любишь ложками столовыми есть. Ложками я ела, потому что болела очень. Чего ты меня все попрекаешь-то?
Лодырь ты, вот что я скажу тебе. А я тебе и раньше говорила. Не люблю я огород. И шачить на нем не буду. Еще вагончик приволокли. Пропади он пропадом. Как у тебя только язык поворачивается. Ребята во всем себе отказывали. Маме подарок купили, вагончик. Вот так и знай. Будешь оставаться ночевать в этом вагончике, я к Анжелке в Москву уеду. Ну и уезжаем в Москву разгонять тоску. Ну и уеду. Кукую тут одна. Ты сегодня полезешь. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. С какой стати? Моя очередь. Я так коленка разболела, Зой. Ой, наплевать мне на твою коленку. Как что-то делать, так у нее что-то болит. Нечего тут корчить больную. Да не полезу я и все. Полезешь. Вот тяжелая. Там, небось, уж ставить некуда, а? Полно места. Не беспокойся. Только закручивай и закручивай. Да не дай бог. Последнее. Господи, помоги ты им. И Сын, и Святого Духа. Аминь. Да отстань ты. Снега замерзают рассветы. Этот Семен Иванович, он вам кто? Кем доводится? Да никто, я его первый раз увидела. А когда вы здесь были последний раз? Вчера. Вчера мы тут переночевали. Угу. И утром уехали. У меня там дом много дел. Консервация. Ну, может, вы увидели что-то странное, может, какие-то люди посторонние возле дома тут ходили? Да никого я не видела. Не было тут никого. Ну, понятно, понятно. Федотов! Ну что ты там шаришься, а? Ты сейчас все улики затопчешь. Иди сюда. Ой, Господи. Федотов. Аккуратно. О!
За мной пошли. Так, вы видели, как вагончик увозили? Да, я видела. Вот приехали оттуда, зацепили вагончик, туда уехали. А хозяйки сказали не волноваться, вечером новый вагончик привезут. Что ж не вечер, подождем. А что, больше ничего не сказали? Да ничего не сказали, сказали ждите. Вечер-то еще ж не... подождем. А вы случайно номер их машины не запомнили? Да если б я знала, что они воры, я б запомнила. А вы что видели? А вы? А меня дома не было. А вы что-нибудь заметили? А мы вместе были, скажи. Подтверждаю. Ваш чай. А это входит в стоимость билета? А, нет. Подождите, и сколько же он стоит, ваш чай? За 2 стакана 100 рублей. У-у-у, девушка, унесите, мы вас не просили. Это я попросил. Я прошу вас, унесите, пожалуйста. Ну зачем? Я с тобой пакетики взяла. Подождите, можно попросить у вас стаканы? Можно. Иди, возьми пустые стаканы и принеси простого кипятка. Да не злая я, мам! Я просто устала. Привет. Здравствуй. Давай я тебе перезвоню, мам. Ладно? Все, я тебе наберу сейчас. Ага, ага. Просто наберу тебя позже, хорошо? Все. Да, наберу. А раньше нельзя было помыть? Да отойди ты. Все, иди. Я сама помыла. Ага. Ага. Да? А как я это скажу ей? Не, я так не могу ей сказать. Намекни, пожалуйста, Зои, пусть она с ними поговорит. Ни намекнуть, ни сказать не могу. Ну, неудобно, потому что. Да, а я не обижусь. У меня и так личной жизни никакой, а теперь вообще не будет. Ну, попроси, пожалуйста, пусть она с ними поговорит. Так, все, давай кончаем этот разговор. У меня уже вот зрячая начинается. Уже началась. Все, давай, пока. Пока. Угу. Должна забыть его навсегда, на всю жизнь, потому что он женатый. У него семья, жена, 2 детей, и он их любит. Он их не любит.
Вернее, жену не любит. Детей любит, конечно. Но дети будут жить с нами. Ты не придумывай. Он их любит. И вот мой сказ. Я знаю точно. А тебе он врет. И ты ему врешь. Забудь его. Не разрушай семью. Иди отсюда. Дождалась. Ну, потому что не надо зрячиться перечить. Пришла уж, сиди, слушай. Ну, может быть, есть какая-нибудь надежда? Ты не слышишь, что я тебе говорю? Встань и иди, и чтобы ноги твои тут больше не было. Под фавон! Господи, какая красота! А раньше ты не мог меня сюда привезти? Так, давай-ка быстрее, я замерзла. Да, сердечко у нас пошаливает. Ну что ж, будем лечить. Анатолий Васильевич. Да. А вы помните Зою Петровну? Она отдыхает у вас каждый год. Гаврилова из Брянска. Кажется, припоминаю. Вы не могли бы дать мне ее адрес? Очень нужно. Вы знаете, я не имею права давать адрес, потому что это противозаконно. И потом, если бы она сама захотела, то она бы его вам дала. Действительно, зачем сейчас адрес, когда есть телефон? Ну вот видите, вы сами ответили на свой вопрос. Но она не отвечает на мои звонки. Ну, значит, не хочет. Как же мне найти человека? Я хотел бы написать ей письмо. Напишите. Я отправлю. Правда? А вы можете мне дать ручку, листок бумаги? Возьмите. А вы не могли бы написать письмо у себя в комнате? Можно я напишу здесь? Нет, нельзя. Вы видите, у меня идет прием. Я быстро. Валерий Анатольевич, я же ясно сказал. Спасибо вам. Не за что. И будьте добры, пригласите следующего. Войдите, следующий. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, да, проходите. Дышим. Глубоко, спокойно, размеренно. Молодцы. Представьте себя в лесу, на берегу нашего Приозерья. Куда? Мне нужно выйти, а ты лежи, отдыхай. Я зашел в туалет. Ты застудил мочевой пузырь? Да нет, я сейчас вернусь. Иди. Я так и знала, что этим кончится.
Валерий Петренко. Я умоляю тебя дочитать это письмо до конца. У меня больше ничего не остается, как просить тебя об этом. Это страшно и невыносимо, но я не виноват в этом. Это единственное, в чем я не виноват перед тобой. Ты мне нужна, Зоя. У меня действительно никого больше нет на свете ближе и роднее. Ты только разреши услышать твой голос. Нам нужно поговорить. Возьми трубку, когда я буду звонить. Да. Хорошо. Так. Чё ты плетёшься? Дама в мехах. Нас там ждать не будут. Не могу быстрее, у меня коленки болят. Ещё бы не болеть, такую шубу таскать. Здравствуйте. Возьмите у нас коробки до Москвы. У меня нет места в салоне. Пожалуйста, у нас дети голодают. В Москве? А, ну а что в Москве? Бесплатно не кормят. Деньги дай. Сейчас, подожди, я ничего не слышу. Миш! Руди! Да хватит слать уже эти банки. Ну, серьезно, ставить их уже негде. Записывай быстренько номер. М. 091. 32-й регион. Зовут Виктор. Да прекращайте вы уже. У нас проблемы на работе, из-за ваших закруток заканчивайте. Номер телефона. Да, пишу номер. 607-18-90. Записал ты? Слушай, только не опаздывайте, пожалуйста. Он сказал, что он на Киевском вокзале оставит банки. Есть? Да? Вот. Слушай. Анжелке привет передавай. Все, даю. Нет. Алло, алло. Подожди. Мишу позови. Хочу голосок его услышать. Алло, мам. Привет. Мам, не слушай его. Спасибо, что закрутки передала. Спасибо, мы тут голодаем. Да. Люблю тебя, целую, мам. Эй, привет.
Александры Бахмутовой, слова Николая Добронравова и Сергея Гребенникова. «Нежность». В сопровождении оркестра поет Анна Сидоренко. Но тогда он мне условия поставил. Или я выхожу за него замуж, или он женится на другой. Я думала, что он шутит, а он не шутил. В этом же году женился и фотографию мне свадебную прислал. И вы больше не виделись? Он мне письма писал. Писал, что я, мол, дура, что он меня любил, а я его бросила, а я его не бросала. Просто, ну, я молодая была еще тогда и думала, куда торопиться, вся жизнь впереди. А вы его любили? Вы знаете, я только сейчас начала понимать, что это и была самая настоящая любовь. Мы с ним последний раз виделись, когда я в Москву в институт уезжала учиться, и он пришел меня проводить. Потом он меня поцеловал. Я зашла в вагон, а он остался на перроне. Поезд тронулся. И он сначала стоял, а потом пошел. А потом побежал. И платформа кончилась, и он упал. Как я тогда плакала! Я стоп-кран хотела сорвать, но мне проводница не разрешила. И с тех пор мы больше не виделись. А вы женаты? В разводе.
Ян, что ли? Похоже. Кто там? Я Валерий из Курска. А я Элла из Брянска. Проходите, Валерий. Так. Дайте-ка я на вас посмотрю. Как добрались? Электрички? Я поездом до Брянска доехал. А потом от Брянска на электричке. Как вы советовали. Очень удобно. Значит так. Если у вас серьезные намерения по отношению к Зое, то я мешать вам не буду. Я уйду в монастырь ради счастья сестры. В дом престарелых могу уехать. Ну что вы? Нет, вы меня сейчас не перебивайте, Валерий. Я в крайнем случае могу уехать в Москву к дочери. Она меня не прогонит. Она меня любит. Мы с ней созваниваемся каждый день. Одно мне только скажите. Вы серьезный человек? Я думаю, что да. Серьезный. Ты батюшки. Он еще цветок приволок. Всем помогу. Вы откуда? Сдалека. С Урала мы. О, Господи. Ждите. Ты должен рано утром выйти из дома и пойти на север. Первая женщина, которая тебе встретится и будет твоей женой. Подойди к ней и скажи: ты моя жена, а я твой муж. Что, прям так и сказать? Вот прям так и сказать. Ты моя жена, а я твой муж. А она поверит? Поверит. Спасибо, тетя Зинаида. Иди, мил человек. На север. Thank you.
Чё ж ты скрывала 3 года от родной сестры? А что я тебе должна была рассказать? Ничего особенного не было. В каком смысле? В самом прямом. Да врёшь. Господи, ну разговаривать с тобой лучше задницей в крапиву сесть. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все гонит зиму вон, и жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, та ей в глазах хохочет и пуще лишь шумит. Доброе утро, дамы. Прошу. Доброе утро. А что это вы в пижаме, молодой человек? Мы ж тут не сидим при вас в ночнушках. Простите, я думал, мы посидим как-то по-семейному. Я сейчас вернусь. Одну минуту. Где ты его откопала-то? А кто его сюда позвал? Шум уезжает. Пусть. И поскорее. Иди-ка ты с Богом, мил человек. Иди на север. Иди на север. Не переживаю я. А я вижу, что ты переживаешь. Ну, правда, Зоечка, ну, совсем он тебе не подходит. Ну, отстань, я вижу. Отстань ты от меня! Ну, хочешь, пойду сейчас куплю мулине и начинаю новую вышивку. Купи и начинай сама новую вышивку. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Господи, ну как же стыдно. Ну вот куда он теперь пойдет? На электричку. Как приехал, так и уедет.
Mm-hmm.